Вместо ветхих малоэтажек – современные дома. В район УКСМ пришла долгожданная реновация. Часть бараков уже снесены, рядом начато строительство нескольких многоквартирных домов. В конце июля будет проведен второй аукцион на определение застройщика. Вместе со сносом ветхого жилья нужно не забывать и о благоустройстве. Например, асфальтированного пешеходного перехода жители окрестных домов ждали давно. Дороги не благоустроены, сами понимаете, добираться уже сложно. Да, конечно, мы рады пройтись по благоустроенной дороге. А вот представьте, непогода, да, какая-то, дожди, все заливает. Это вот единственный тротуар в обход вот к тем домам. А там уже ходить нельзя. До ремонтных работ старая теплотрасса проходила через весь микрорайон, и жителям приходилось перелазить через трубы по специальному мостику. Сейчас часть теплотрассы демонтировали и проложили под землей, а сверху сделали асфальтированную пешеходную дорожку к школе номер 55. Помните, как здесь вы переходили через эти трубы? Я согласен? Все помню. Столько уже 30 лет живу, я здесь все помню прекрасно. Ну, понравилось, да? Спасибо, молодцы. Вполне возможно, что скоро в микрорайоне появится и свой собственный сквер. С такой инициативой выступили сами жители во время встречи с губернатором в июне этого года. Перед тем, как приступить к работе, представители администрации подрядчика обсудят проект сквера с горожанами, чтобы они смогли внести свои предложения и пожелания. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.